сегодня будем подготавливать вот эту коридор, прихожую под декоративочку. Уже прогрунтована. Грунтовка глубокого проникновения. И сейчас будем грунтовать ее такой кварцевой грунтовкой, уже разбавленной на 5% водой фирмы Фейдл. Так, для этого нам понадобится маковица. И берем все как обычно на стенку наносим. Все проклеено скотчем, тут все места тебе не надо. Так, подготавливаем. Дальше будем показывать, как будет это все делаться. Это подготовка основа у нас. Вот у нас стены прогрунтованы кварцгрунтом. Все проклеено скотчем. И сейчас будем наносить первый слой декора, используя структуру PUTZ Maxi от Fatal. Вот такая вот фирма и шпата. Вот она в базовом цвете. И наносим на стенку. Наносим, в принципе, все это можно делать шпателем. Начинаем нанесение от угла до угла. Шпатель Кельма. В принципе, нанесение. Ну, все, как говорится. Легко и просто. Начали наносить таким способом. Наносится все довольно-таки легко. Разглаживаем примерно, чтобы все было одинаковой толщины. Потом берем, сейчас покажу, как это угол, чтобы уже было готово. Примерно нанесли. Дальше берем кельму. Выравниваем слой. Вот от угла до угла нанесли. И для того, чтобы не было у нас ребер, мы растираем декор. Такими движениями. Где лишнее чуть-чуть снимаем. Этого не будет, никаких шпателей видно, все будет однородное, вторым слоем все перекроется. Вот получается вот такая вот стенка. И вот так отведем всю стену, точнее все стены. Сейчас вот делаем такую структуру с такими серыми прожилками. Вот она структура, это еще верхний слой
влажный, не высохший. Делаем тоже это с максом. Вот он заколерован в такой цвет немного, чтобы делать эти прожилки. Вначале делаем пятна, лепушки обычной базовым цветом обычным. Здесь они делаются, приглаживаются потом, как обычные островки. Здесь нам надо острова немного побольше, чем обычная грота. Сильнее расхватываем и под наклоном по ходу рисунка этих прожилок и заглаживаем. Так делаем всю стену и потом покажу, как делаются вот эти прожилки. Вот так вот, вот кисточкой. Держать вот так одно направление примерно, чтобы не были они в разнобой. И приглаживается. А еще оно все сыроватое, оно растушевывается вот так. Как вам нравится? Дальше они приполировываются, и потом, когда материал более подсохнет, его еще раз весь приполировываем так, чтобы убрать все неровности. И получается вот такая вот стена. Итак, вот высох, второй слой полностью сделан, все. Фокусируется, не видно, так вот она. Видно структуру. И сейчас будем покрывать Венецией, венецианкой. И приполировать воском. И готово. Венецианку используем полупрозрачную фирмы Фейдл. Мы отсюда сюда перелили в емкость ее,
чтобы разбавить немного водой, и валиком прокатали эти все стены. Все прокатали, и сейчас оно подсохнет. Будем заглаживать, приполировывать Венецию. Вот такая. Валиком обычно раскатывается и приполировывается кельма. Вот такой вот. Приполировку снимем, покажем. И вот мы приполировываем венецианку кельмой. Приполировываем, и потом будем закрывать воском. Вот у нас стены скрываются воском. Теперь все промазываются и заполировываются скатами. Это уже второй слой, правда, но... Первый не успели снять. Вторым слоем так промазывается, будем высыхать потом. И полируем. Супер воск. И так полируем, покажем, как оно блестит. Как уже глянет весь. Так будет еще больше. Вот у нас готовая декоративочка. Комната маленькая, поэтому так сильно не видно. Нельзя охватить все камерой. Все заполировано, воз заполирован. Так оно все выглядит, блестит. Передает ли камера? Структура. Вот такой вот готовый внешний вид. Спасибо за просмотр.